Представители администрации Ненецкого округа и Заполярного района после празднования юбилея Верхней Пёши отправились в Нижнюю, чтобы на месте лично осмотреть возводимые социальные объекты, а именно физкультурно-оздоровительный комплекс и школу. Ходом работ подрядчиков власти остались довольны. Так, например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижней Пёше уже готовят к сдаче. Осталось навести порядок на территории спортивного сооружения, убрать строительный мусор и облагородить газон, а также завершить косметический ремонт внутри здания и поменять пожарную трубу. Новый долгожданный комплекс для местных жителей, которого они ждали почти 3 года, откроют в ближайшее время. Посетили в Нижней Пёше представители власти и строительную площадку, где возведут школу, рассчитанную на 110 мест. Ее построит архангельская компания. Новое образовательное учреждение по документам должно распахнуть свои двери в сентябре 2015 года. Никаких срывов по срокам быть не должно. В деревне есть весь необходимый материал, заверили рабочие.